О, по-русски скажем, для всех русскоязычных слово приветствия. Мы тут церковь в Туркменистане, в Ашхабаде, римско-католическая церковь. 17-й год мы уже тут растем и медленно уповаю приносим плоды любви. Бог нас любит. И всех, которые молятся за нас, приветствуем и просим тоже других людей, чтобы нам подарили молитву. Молитва – это есть самый прекрасный дар, который наша церковь с радостью принимает. Помолитесь за народ туркменский, за президента Туркменистана, за правительство Туркменистана, за весь Туркменистан, чтобы Господь Бог благословил туркменский народ, туркменскую землю, каждый дом, каждую хату на туркменской земле, чтобы Господь Бог наполнял нас своей любовью. А сегодня у нас праздник, преображение Господне, имя нашей церкви. И потому у нас был маленький такой прием. Мы служили службу в радости, имеем гостей с Польши. Пришли тоже некоторые мусульмане разделить радость этого праздника с нами. Всех-всех сердечно приветствуем. Слава Иисусу Христу!